Итак, друзья, первая часть нашего мастер-класса закончилась на том, что мы приделали окончание к нашему поясочку и вышли ниточкой с вот этой вот первой черной бисеринки. После нее еще остается одна. Далее мы переходим к второй части нашего мастер-класса, и нам на вот эту ниточку необходимо набрать 13 бисеринок черного цвета. После чего мы проходим иголочкой, смотрите, вот у нас есть цветочек красный, после него есть цветочек черный, между первой и второй черной бисеринкой мы проходим иголочкой. Вот что у нас получается. Дальше мы возвращаемся через 3 черных бисеринки вниз, подтягиваем, и вот что у нас выходит. Вот такая вот интересная штука. Дальше мы с вами снова набираем 13 бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13. Друзья, имейте в виду, тут нельзя ошибиться, потому что если мы где-то ошибемся, это будет заметно в дальнейшем. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее мы пропускаем 2 черных цветочка, и между первой и второй бисеринкой последнего черного цветочка мы проходим иголочкой, после чего возвращаемся обратно через 3 вот этих первых бисеринки, подтягиваем. Вот что у нас получается. Далее мы набираем 10 бисеринок черного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой, которая у нас сразу после цветочка черная. Возвращаемся обратно, опять же, через 3 черных бисеринки. Подтягиваем. Далее, друзья, мы набираем 13 бисеринок. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз пересчитываем. 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Проходим иголочкой, пропуская 2 черных цветочка через, между двумя бисеринками на третьем цветочке. Друзья, тут нужно быть очень внимательными, чтобы нигде не соскочила ниточка, и у нас получилось красивое украшение. Возвращаемся обратно, опять же, через 3 вот этих черных бисеринки. Далее набираем 10 бисеринок черных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Проходим иголочкой, пропускаем цветочек, проходим между первой и второй бисеринкой. Вот так вот. Черного цветочка. Возвращаемся обратно через 3 черных бисеринки. Вот так вот. И подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 13 бисеринок. Так мы и продолжаем. 13, 10, 13, 10 и так до конца ряда. Продолжайте самостоятельно. Следующий ряд мы снова делаем вместе. Итак, друзья, мы с вами дошли до конца ряда, вышли через 3 бисеринки, как мы это делаем обычно. Теперь набираем 8 бисеринок черного цвета и 3 бисеринки бордовых. Проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой следующей нашей рюшечки. Вот так вот. Возвращаемся обратно через 3 вот этих бисеринки красного бордового цвета. Вот что у нас с вами должно получиться. Вот такая вот рюшечка. Дальше, друзья, мы набираем одну бисеринку бордовую, одну бисеринку желтую и 3 бисеринки красного цвета. Вот такой вот набор. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Ниточка у меня очень длинная, и она немножечко путается. К сожалению, но тут мы ничего с этим не поделаем. Еще и узелочек какой-то завязался, но
Тут уж никуда не денешься. Возвращаемся обратно через 3 бисеринки красного цвета. Подтягиваем. Далее, друзья, мы набираем одну бисеринку красную, одну бисеринку желтую и 3 бисеринки оранжевого цвета. Вот они. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Вот так вот. И подтягиваем. Возвращаемся обратно через 3 вот этих оранжевых бисеринки. Подтягиваем ниточку. Далее набираем одну бисеринку оранжевую, одну бисеринку желтую и 3 бисеринки песочных. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Вот так. Подтягиваем. Возвращаемся обратно через 3 бисеринки песочного цвета. Подтягиваем. Далее набираем одну бисеринку песочную и 4 бисеринки желтых. Вот они. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Ой, опять ниточка путается. Подтягиваем и возвращаемся обратно через 3 бисеринки желтых. Подтягиваем, вот как они встают. Далее набираем одну бисеринку желтую и 4 бисеринки песочных. Вот они. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Подтягиваем. Вот так. Возвращаемся обратно. Вот так вот поверну работу, чтобы было лучше видно. Через 3 бисеринки песочного цвета. Смотрим тут внимательно, чтобы у нас нигде ниточка не перескочила. И подтягиваем. Вот что получается. Далее набираем одну бисеринку желтую и 3 бисеринки оранжевых, 4 точнее бисеринки оранжевого цвета. Вот они. Проходим иголочкой между следующей парой бисеринок. Вот так. Ой. Вот так. Подтягиваем. Возвращаемся обратно. Через 3 бисеринки, ай-яй, ниточка соскочила. Вот так. Аккуратно проходим иголочкой через 3 бисеринки оранжевого цвета. Вот так вот. Смотрим внимательно, чтобы нигде не соскочила ниточка. Далее набираем 1 бисеринку желтую и 4 бисеринки красных. Вот они. Проходим иголочкой между следующей парой наших бисеринок. Ой. Вот так. Подтягиваем. Возвращаемся обратно через 3 красных бисеринки. Подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 1 бисеринку желтую и 3 бисеринки бордовых. Точнее, 4 бисеринки бордовых. Проходим иголочкой между следующей, последней парой бисеринок. Возвращаемся обратно через 3 бисеринки бордовых. Вот так вот. Подтягиваем. Дальше, друзья, мы с вами набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5 черного цвета и 3 бисеринки бордового. Проходим иголочкой, пропускаем вот эту рюшечку и проходим иголочкой между первой и второй бисеринкой на следующей рюшечке. Подтягиваем и возвращаемся обратно через вот этих вот 4 бордовых бисеринки. Вот так. Дальше, друзья, мы повторяем абсолютно все то же самое, что мы повторили вот тут, вот что мы тут сделали. Я этого уже не буду показывать, вы можете пересмотреть эту часть мастер-класса еще раз и поймете, как это делается, если не поняли до этого момента. Продолжайте самостоятельно до конца ряда, и следующий ряд мы снова с вами делаем вместе. Итак.
Итак, друзья, вот мы с вами дошли до конца ряда, доделали эту рюшечку до конца. Дальше мы с вами набираем 8 бисеринок черного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тут отсчитываем 3 бисеринки и между 3 и 4 проходим иголочкой. Очень внимательно, чтобы не соскочила ниточка, потому что это испортит наш вид украшения. Так, между 3 и 4. Вот так вот подтягиваем. И через 3 бисеринки возвращаемся обратно. На этом вот этот наш ряд будет закончен, и мы с вами переходим к следующему ряду. В следующем ряду мы набираем на 3 бисеринки больше, чем вот тут вот мы набирали. То есть, если мы набирали 8 бисеринок, значит сейчас мы набираем 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и одну бисеринку бордовую. Вот она у меня последняя. Дальше мы проходим иголочкой между бордовой бисеринкой и бисеринкой желтого цвета. Подтягиваем, возвращаемся обратно через бордовую бисеринку. Вот так. Дальше мы набираем одну бисеринку бордовую, одну бисеринку желтого цвета и одну бисеринку красную. То есть мы набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой между красной и желтой бисеринкой. Вот так вот. Подтягиваем. Возвращаемся обратно через красную бисеринку. Вернулись мы обратно через красную бисеринку. Дальше набираем одну красную, одну желтую и одну оранжевую бисеринку. Вот они у меня. И проходим иголочкой между оранжевой и желтой бисеринкой. Подтягиваем. Проходим иголочкой, возвращаясь обратно через оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Далее набираем одну бисеринку оранжевую, одну бисеринку желтую и одну бисеринку песочную. Проходим иголочкой между песочной и желтой бисеринкой. Возвращаемся обратно через песочную бисеринку. Вот так. Далее, друзья, набираем 3 бисеринки песочного цвета. Проходим иголочкой между желтой и песочной бисеринкой следующими. Возвращаемся обратно через эту песочную бисеринку. Вот так вот. Дальше, друзья, мы набираем одну бисеринку желтую и 2 бисеринки оранжевых. Раз, два. Проходим иголочкой между желтой и оранжевой бисеринками. Возвращаемся обратно через первую оранжевую бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку желтую и 2 бисеринки красных. Проходим иголочкой между желтой и красной бисеринкой. Возвращаемся обратно через первую красную бисеринку. Набираем одну бисеринку желтую и 2 бисеринки бордовых. Проходим иголочкой между желтой и бордовой бисеринкой. Возвращаемся обратно через вот эту бордовую бисеринку первую. Вот что у нас с вами должно получиться. Теперь мы набираем 6 бисеринок черных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И одну бисеринку бордовую. Проходим иголочкой между бордовой и желтой бисеринкой. Возвращаемся обратно через бордовую бисеринку. Вот так. Вот, друзья, что у нас должно было получиться. Вот такой вот веерочек.
Дальше мы с вами продолжаем абсолютно так же, как мы сделали только что вот этот первый веерочек. Мы также продолжаем все остальные. Продолжайте самостоятельно, и следующий ряд мы с вами снова делаем вместе.